Всем привет-привет! Сегодня я покажу, как создать летний, очень легкий и воздушный образ. Свежевымытые волосы я хорошенько прочесываю. Затем накручиваю локоны при помощи конусной плойки от Дюкастель. Получившиеся локоны прочесываю пальчиками, наношу на волосы лак. После нанесения лака волосы становятся более послушными и лучше поддаются укладке. Мне нужен эффект легкой взъерошенности. Делаю пробор посередине и плету две французские косички. Затем распушиваю их пальчиками. Далее мне понадобятся шпильки, чтобы закрепить косички на макушке. Нужно еще достать пару тонких прядей у лица. Выбираю из новой коллекции Mary Kay два подходящих лака для ногтей – фиолетовая орхидея и дивная лагуна. Приступаем к макияжу. На все лицо наношу увлажняющий лосьон-спрей. В сегодняшнем макияже буду использовать базу и тон от PES. Еще наношу легкую тональную основу от Mary Kay, чтобы скрыть несовершенство кожи. Макияж глаз «Цветущий райский сад» я создаю при помощи кремовых теней от Mary Kay. Вначале пальчиками растушевываю на всем подвижном веке золотистый берег, добавляя глубину при помощи кремовых теней «Дивная лагуна» и завершаю сверху морской волной. Черным карандашом рисую стрелочки и прокрашиваю каяу. Немного припудриваю все лицо. Буду использовать персиковые румяна Coffre d'Or и золотой хайлайтер от фирмы MAC. Нужно выбрать одну из трех лаковых помад от фирмы Mary Kay. Мой выбор остановился на фиолетовой орхидее. Думаю, образ удался. Сегодняшний наряд только подчеркнет его. Воздушный топ цвета фукси от Ирины Слоневской в сочетании с насыщенными зелеными брюками от фирмы Zara. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.